дорога Варнов после Золотых Песков. Сейчас. Ага. Май, да. Вот это. Дорога, сейчас будем скоро проезжать Константина и Елену, где я работал фотографом, но опять же сверху. Ага, и будет вилла. Локация слева, с правой стороны. Вот такие остановочки. Вот моя остановка, мой магазин. Любимый. Да, мои места. Проехали. Остановка Марик, сейчас Балкан называется. И вот отсюда где-то 8 километров до центра Варны. Вот он, курорт Золотые Пески, 16, Константин и Елена, 8. Константин и Елена раньше назывался Дружба, и многие так и называют Дружбу по-старому. А Константин и Елена по одноименному монастырю, который находится на территории Золотых, этого курорта Дружбы, да. Но красивое название Константина и Елена, не какие-то там чужие, все свое. Вот 9-й автобус, который из Золотых Песков. Вот как. Вот как. Да. В 6 часов скажет. Наслаждаемся. Не знаю, насколько будет хорошо видно. Сейчас вечеряет. Паксас испутяваться клата где там, да? Расстояние от Константина и Елены до Варны примерно как от старой почты до Буэкана. Это для жителей Тишанева. Все остальные уже делают себе. О, красиво. Красивая. Красиво. Русский алкоголь на ядро. Это означает русский алкоголь оптом. Вот как модно. И очень много электромобилей. Сейчас вот видели, там BMW-шечка стояла, там Q3. Очень много электромобилей в Варне. Много зарядок, чуть не сказал заправок. Они есть и на заправках, и по городу натыканы. Да, заезжаем потихонечку уже, собственно, как бы центр. Сейчас начинается квартал Чайка. Престижный, хороший. 21-й квартал Чайка. Ну, тут говорят не районы, как район в наших СНГских городах, а говорят квартал. Вот это квартал Чайка. Хороший. Здесь вот есть одноименный базар Чайка, такой маленький, уютный. И там раньше была и кафешка такая, механа там была такая классная, такая фольклорная, то, что я люблю в моем стиле, такая демократичная. Но сейчас ее, кажется, нету. Надо будет посетить этот базарчик. Ух ты, какие балконы здесь. Будут стоять, какие балконы прикольные. Ух. Вот базар Чайка. Вот он. Маленький такой, демократичный. Фурна, мурна. Надо сюда пройти, погулять. Вот мы уже в центре Варны почти. Вот после квартала. Вот квартал Чайка. И сейчас будет дворец спорта, военно-морская академия с правой стороны. Здесь с левой стороны дельфинарий где-то вот примерно, или проехали, я не знаю точно. Я там не был, и мне грустно туда заходить, потому что дельфины в неволе, они должны плавать свободно. А вот военно-морская академия, шпиль, видите шпиль? Вот она, военно-морская академия. Здесь Добринка работает тренером по плаванию. И вот, собственно, Варнинский дворец спорта. Варнинцы называют его спортно-зала. Так вот. Он для русскоязычных это дворец спорта, для всех остальных спортно-зала. Это новый отель «Демят», который был таким модерновым, сейчас не знаю, что с ним. Вот тут в этом домике барчик был, есть и продолжает быть. Да, и вот мы уже заезжаем сейчас, едем по бульвару Князь Борис I, именно его автомобильная часть. Вы уже знаете, где мы там снимали, в центре его пешеходная часть есть. На бульваре Сливница заканчивается проезжая часть и продолжается уже пешеходная по центру Варны. Вот уже, собственно, Варна, улица Царь-Освободитель, вы уже знаете. Вот Варнинский университет, Винс. Винс, видите, как красиво он освещен, старинное такое здание, это Винс. Вот уже украшение на... Коля не украсить, глядайте. Илхими, Илхисичку Имовичи. Вот мы заехали уже. Вот. Здесь антикварный магазин моего товарища. Вот католическая церковь. Вот тут мы выходим. Да, только.